Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас беседа с Инной Леонидовной, голос за кадром, который готов мне задавать вопросы. Слово вам, Инна Леонидовна. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Я сегодня буду голосом за кадром миллионов учеников, которые у вас по всему миру. Путь ученичества – очень прекрасный путь. Это путь к себе, это путь, который с учителем. Но вместе с тем на этом пути есть наши союзники, тренеры, не всегда друзья, но наши родные и близкие. Как ученику не сбиться с этого пути, Наталья Владимировна, когда есть те, кого любишь, но не понимают, боятся, тревожатся, куда ты идешь? Вот эти незнания наших родных, они для нас, учеников, всегда есть вектором, который сбивает с этого пути. Здесь две очень глобальные причины. Первая причина – это то, что планета духовно, энергетически была не подготовлена к новому этапу жизни, который уже пришел сейчас в наше с вами время, в нашу с вами жизнь. Это первый этап. Второй этап – это сама история планеты. И до этого периода времени, ну, скажем, несколько личностей, пришедших на эту планету, серьезно и правильно занимались развитием человечества. А все остальные вспомогательные процессы, они, наоборот, вводили человечество в заблуждение. И сейчас мы знаем, что очень много разных сообществ, которые далеко не являются развивающимися. Они не развивают людей, наоборот, ввергают людей в какие-то программные процессы, где человек вместо того, чтобы развиваться и приобретать счастье, радость жизни, наоборот, находится в каких-то психоэмоциональных разрушениях или материальных разрушениях. Поэтому близкие наших родных, наших дорогих учеников, ну, они боятся за своих родных, они боятся за тех людей, которые к нам приходят. А они другого и не могут сделать для них. Все, что они могут, это только бояться. Почему? Потому что эти люди сами не развиты, они не понимают этого процесса развития, они вообще очень далеки от этого. Поэтому, когда один в семье приходит к нам, становится нашим учеником, у других это непонимание еще больше возрастает, еще больше расширяется и еще больше усиливается. Но это временно. Проходит время, совсем немножко. И когда появляются первые результаты моих учеников, а эти результаты, они проявляются в семье, в социальной, обыденной жизни, тогда возникает запрос у тех, кто препятствовал и боялся за своих родных и близких. Ну вот так. Наталья Владимировна, вы часто повторяете нам, ученикам, станьте примером для других. Не тяните. К Богу тянуть нельзя. В духовное развитие, если душа к этому процессу еще не готова в этом жизненном периоде, не тяните. А ведь так хочется, чтобы вот эти высшие знания, методики, энергию созидательную прочувствовали и родные. В чем ошибка многих учеников, Наталья Владимировна? Ошибка многих учеников в том, что они неправильно понимают, наверное, эти знания. А знания, которые они приобретают, это знания высшего разума. В первую очередь это наука. Наука, объясняющая сам процесс жизни, самой жизни и жизни самого человека. Не только объясняющая, а обучающая наука человека управлять процессом своей социальной среды, собою и своей жизнью. И здесь очень много задач. А ученики, пришедшие из третьего измерения старого мира, хотят мгновенный результат. Они почему-то соизмеряют это с какой-то магией, с каким-то шаманством, с какими-то вот ритуалами. А это все не так, друзья мои. Развитие, обучение – это познание науки. Раскрытие через науку, через научное понимание, представление великих тайн и тайн и состояния высшего разума. В принципе, мы изучаем высший разум, мы изучаем самого человека как часть высшего разума, раскрывая в нем его состояние, способности, возможности человека, ведь человек является частью высшего разума.
А мои ученики, они-то и слышали только магия, церковь, религия, какое-то шаманство и так далее, ритуалы. Но это все не так, это все прошлый век, это все то старое, оно осталось там, все в третьем измерении. Пришел квантовый процесс, и наука, которой мы занимаемся, это изучение квантовых процессов, это понимание через квантовые процессы самой жизни. Это наука. И, конечно же, к ней нужно быть готовым. Нужно быть самому изначально, первично, более развитым человеком с более расширенным сознанием. Ну и если таков в семье появляется и приходит к нам, конечно же, люди делают очень определенные успехи. И зачастую сталкиваются с той проблемой, где близкие, родные не понимают. Первое время не понимают. И только тогда, когда человек через свой собственный пример показывает, проявляет эти знания, благодаря улучшению своей социальной жизни, улучшению самого себя, изменению самого себя, вот тогда родные и близкие по-другому смотрят на путь ученичества наших учеников. Очень интересные процессы в судьбах учеников происходят тогда, когда человек приходит в духовное развитие. Кто-то ставит точку, кто-то создает новое. Вот эта точка невозврата в понимании, во взаимоотношениях. Наталья Владимировна, давайте поговорим об этом. Очень часто бывает так, когда супруг или супруга не согласны с тем, чем занимается человек в духовном развитии. Ему это непонятно и вообще не интересно. Но ученик стремится ввысь, он идет со своим учителем. Как быть в этом случае, когда нет понимания и уходит то, что единит вот эти родные души? Да, друзья, бывают такие, ну, случаи, где действительно ученик поднялся на определенный высокий уровень, а муж говорит: я против, я этого не понимаю, я буду писать, я буду звонить, я буду заявлять, я буду требовать. Ну, в общем, действительно очень серьезная агрессивность. И это возникает потому, что нет понимания в семье. Когда есть понимание в семье, изначально супруги живут правильную жизнь в единении, в понимании друг друга, тогда таких проблем не возникает, то есть их не может быть. Если это возникает, это говорится о том, что в самой семье, не трогая духовного развития и вообще развития человека, духовного, значит, энергетического развития человека, если так происходит, значит, нет единства в самой семье. И просто развитие одного из членов семьи еще раз это подчеркивает, что нет этого единения, нет этого понимания. И это просто вскрывает этот нарыв и показывает, что любви-то и нет в этой семье. И семьи-то уже давно нет. Есть только штамп в паспорте и одна кровать на двоих, но не более того. Нет понимания, нет осознания. И вторая половинка такой семьи, она заявляет об этом. Она говорит о своем несогласии. Я не хочу, я требую, оставь это, тебе это не надо и так далее, и так далее. Это говорится о том, что нет семьи, ее уже нет. И это просто, знаете, такой толчок к тому, чтобы эта семья это увидела. Увидела то, что семьи давно уже нет. Нет понимания, нет единства. Ведь на самом деле что семья? Семья – это не штамп в паспорте. Семья – это взаимопонимание. Это единение двух сердец. Это резонанс друг с другом. Вот что такое семья. Если нет этого резонанса, если у каждого в семье свое понимание и разные излучения, и разные представления о жизни, это уже не семья. И, конечно, да, бывает и так. Бывает вот человеку, одному из, скажем, членов семьи нужно поставить точку и определиться, ты в пропасть вместе с пропастью или ты все-таки понимаешь, что тебя ждет, какие вершины, какие высоты, какие возможности перед тобой открываются, когда ты познаешь эти величайшие тайны, кем ты можешь стать. Как ты можешь жить в этом мире, невзирая на все это безумие, эту иллюзию и эти разрушения, окружающие человечество?
а эти безумия, эта иллюзия, она будет еще больше усиливаться. И когда человек понимает, что, потеряв эти знания, уйдя в сторону от этих знаний, он теряет саму жизнь, а это так есть на самом деле, он делает правильный выбор. И да, бывает и так. Бывает так, что нужно поставить точку во взаимоотношениях. Бывает и так. Да, это редко, но это бывает. Но у каждого свой путь. И люди, семья — это те люди, которые встретились в этой жизни для выполнения определенных задач. И как знать, может быть, к этому периоду времени, когда один из членов семьи решил развиваться, они уже выполнили свои задачи друг с другом, и их пути уходят в разные стороны. Один идет путем развития, самосовершенствования, самопознания, самореализации, а другой говорит: нет, мне этого не надо, я этого не хочу, я не буду, я отказываюсь это понимать. Почему отказываюсь? Да если с этим согласиться, то надо что-то делать. Надо начать работу над собой и в первую очередь над своим эгоизмом. И надо самому себе честно сказать: я эгоист, я эгоист. И применяю эгоистическое отношение к своей супруге. Прессую ее как-то, и стараюсь прессовать ее, как-то стараюсь ее унижать, как-то вот, ну скажем, властвовать над ней. Но, друзья мои, далеко не каждый мужчина, имеющий эгоистическое внутреннее состояние, себе в этом признается. Далеко не каждый. Только волевой, только добрый, только осознанный, только трудолюбивый, потому что только такой человек понимает: да, я эгоист, и мне нужно начать работу над собой для того, чтобы спасти свою семью. Так как моя супруга, она занялась развитием себя, и она не только плохого не делает для нашей семьи, наоборот, она старается спасти нашу семью, найти единение душ, взаимопонимание, проявить любовь свою и ко мне, к супругу, и к детям нашим, и к миру. Что же в этом плохого? Она что, что-то выносит, что-то как-то предает, продает, как-то ненавидит, как-то разделяет, старается властвовать? Нет, ведь этому мы не учим. Мы учим единству. Но когда человек не принимает своим эгоизмом этого единства, тогда да, друзья мои, бывает и так, когда нужно поставить точку. Наталья Владимировна, каждый человек, живущий на этой планете, не может быть вне процессов, которые происходят. Важно, как ты проявляешь себя в этой жизни, что ты несешь в эту жизнь. Вот развитие для каждого духовного человека – это не просто развитие себя, это энергия, которой ты делишься с этим миром. Хотелось бы поговорить о том, насколько важно сохранить себя, свою целостность, несмотря ни на что происходящее. Да, мы не можем быть вне, но мы можем правильно научиться к этому относиться и помогать не только себе, но и другим. Планета перешла в новое измерение жизни. Те планетарные процессы, которые сейчас происходят, они уже ярко выражены. Но проблема человечества в том, что люди не готовы были к этому новому процессу жизни. И многие застряли в третьем измерении, где не желают развиваться, не желают познавать чего-то нового. Они очень узконаправлены и примитивны. Вот гаджеты, в гаджетах можно разобраться, в игрушках в интернете можно разобраться, но их не интересует та глубина, которая, в принципе, объясняет саму жизнь. И для этого требуется развитие от человека. Поэтому мы занимаемся развитием людей по всему миру. Мы понимаем, что это сейчас очень острая необходимость. То есть человечество должно осознать свое собственное саморазвитие, которое каждый человек может сам, собственно, своими руками для себя это свершить. И занимаясь саморазвитием людей, мы видим, что пойти на курсы, сходить на курсы, закончить какой-то уровень — этого мало. Нужно соответствовать этим знаниям, и нужно всегда себя поддерживать на определенном уровне. Сидеть, ждать чего-то, когда Наталья Владимировна приедет, проведет курсы. Друзья мои, это время закончилось. Это были этапы, где человек имел такую возможность. Теперь жизнь изменилась,
Более того, она изменится еще через несколько лет, и даже через этот год. Она уже каждый день меняется жизнь. Каждый день происходят очень серьезные изменения. Поэтому человек должен успевать за этими изменениями. А это возможность и способность всегда быть в нужном резонансе, в нужных высоких вибрациях. Что есть эти вибрации? Что они создают, эти вибрации? Это радость, друзья мои. Это позитивное настроение. Это внутреннее, ну скажем, возвышенное состояние. Это вера в лучшее. Это желание познать себя, понять себя. Это возможности, где ты можешь полностью научиться собой управлять, своими мыслями, эмоциями, своими желаниями, своими стремлениями. То есть это то, что раскрывает твою собственную природу. Это задача каждого человека. Каждый человек обязан научиться управлять собой. Но если ты человек, если ты себя сам уважаешь, то ты как минимум должен научиться управлять собой. Оказывается, научившись управлять собой, ты можешь управлять своей жизнью. И иногда наши ученики, они застреют. Они, посетив какую-то определенную работу, вот находятся в этой работе и дальше не делают определенных процессов роста. Но человек, таковы законы, он не может находиться долгий период времени на определенном уровне. Он или падает с этого уровня, или ему надо дальше расти. И вот не все люди это понимают. Они не понимают того, что придя к нам один раз, ты будешь расти всегда. Всегда для тебя будут новые вершины. Выучив это, познав это, достигая этих вершин, всегда будут новые, еще более серьезные, еще более красочные, еще более созидательные. И так этот путь продолжается в вечности. Понимаете? Когда вы останавливаетесь, вы в опасности. Вы можете очень быстро упасть. И социум, которого больше, он, конечно же, сыграет свою роль в вашей жизни. Вам всегда нужно расти. И рост этот никогда не заканчивается. Это путь длиною в вечность. Наталья Владимировна, вот слушаю вас и думаю, как интересно устроен человек. Человечество научилось управлять компьютерами, машинами, самолетами, ракетами, но проблема общества современного. Человек в большинстве своем так и не научился управлять собой. Это проблема современного общества. Многие ученики получают все идентичные методики, одни от вас, и сонастройку одну, и энергию. Но путь к себе, путь к высшему у всех разный. В чем проблема тех, у кого не резонирует, кто отстает? Нет веры, нет вот того резонанса, о котором мы говорим, или это просто вот такой путь этого ученика, более медленный? Более медленный, Дина Леонидовна, более медленный. Каждый имеет свои сонастройки. Мозг каждого работает идентично, по-своему. Нет одинаковых людей, нет одинаковых планет, нет одинаковых солнечных систем, нет одинаковых светил, ничего одинакового нет. Все разное. В этом и замысел высшего разума, в разности. И один человек очень быстро и стремительно идет и развивается, и остановить его невозможно. Другой человек постепенно, поэтапно, а третий, ну так медленно, вот чуть-чуть, вот его вот эта коробочка, вот чуть-чуть, вот столько, может понять, и все. Почему все? Опыта не хватает, опыта. Поэтому такому человеку нужны еще жизни, нужны воплощения, нужен опыт, нужны люди, встречи, знакомства, расставания, рождения и так далее, и так далее. И в этом процессе он и будет расширять свое сознание и познавать этот мир, и также духовно эволюционировать. Духовно эволюционировать значит эволюционировать энергетически, раскрывая свои возможности, способности и состояние высшего разума.